Он с пулемета начал. Сломай дрон, сможешь? Нет, у меня патронов мало. Слышь, мы должны встретиться до челика. Боюсь! Все следят за Низаесом. XL, XL Original также. У нас тут оригиналы представлены в большом объеме. Слишком много что-то оригиналов, да, но давайте смотреть. Так, у нас вот первая и, стычка сейчас может вот и быть, Низаес, да. Низаес там лутается. Там XL откружили, но здесь у нас начинается перестрелочка. В итоге Нок пока что залетает по игроку команды XL. Да, Низаес как раз-таки распечатывает, ну, фраги пока не распечатывает, потому что могут пока игрока ног, поднять, но пока здесь ног. Не особо похоже на то, что будет кто-то кого-то поднимать, потому что очень стремительно развивается событие. Вот так с места в карьер все начинается. Зараза оббегает соперника по хайграунду, тем временем граната залетает, очень хорошая от Шокси, М21 падает и начинают разбирать своих соперников. Ой-ой-ой, Шокси пошел вперед, там неплохо с дробовиком может поработать, здесь тем временем Нок сверху залетает, и нет, не удается Шокси, к сожалению, здесь всех перестрелять. В спину выходит также у нас господин Фростик, все нокнутые, боже мой, надо поднимать имейтов обязательно. Да-да-да, нужно быстрее поднимать, особенно не Зайса, это ключевой игрок этой команды. Остается один простой и... Погибают у нас XL. Ну, в итоге команда Starlight все-таки выживает, хотя вот на тоненького, на тончайшего, я бы сказал. Один в ангаре. Кручусь справа. Игры пишут. Не нокайтесь. Да. Через гору кручу. Хаишку можно. Где хае? Нок один. Вот хае возьми. Помогаем. Помогаю. Речи, иди сюда, Фостик, сюда, скинь. Да я добил? Заразу. Я вот вот у меня в упоре. На, Заяц, у тебя в упоре. Да. На, его подняли. В ангаре, за ящиком. Не спешите. Нок, пушим, заходим, пушим. Заходим. Да. Я не торопимся. Один справа. Он. У меня в упоре, помогайте, помогайте. На метке, он. Нулевый у меня заяц. Нулевый вообще. Фосик. Лучше поднимай. Дай тебя поднимай. Сзади, Фокси. Сзади. Ног. Вот, ну понял. Лучше. В сейве. Лучше. Тигр. Не, ребят, вот так тигр. Можно. У меня в упоре чел. Блять, не ног, ну нихуя. Давай, пошёл. У них тоже граник у них. Отойдите назад. Вы в зоне. Вот один. Фокус, хорош. Подходите. Я подхожу. Что? У меня в дальке еще чел за Науре. Давай, стенок давай, нету, вот. 255 стенка перед домом. Метка ног. Хорош. Метка ног. Последний остался. У меня урон. Лучше. Все. Урон. Стреляйте с ним, иду. Он фигут! Меня снизу. Он не добьет. Сзади сидит. Зона пошла. Удери, зараза. Все, все минусы. Давай. У меня челик будки спереди. Бля. Идем. Одна хая, шокси на хая. Давай. 150. Давайте этот скину. Слеповуху. Быстрее. Мина, вы поставили? Кто мину поставил? У меня на бетонке склад. Пошли. Nice, сколько Шокси в хаешек? 5. Закидывай. Окей, не знаю. Вы можете перебежать к ним в упор. Это может быть сольник. Ног один. Хорош. Бегите в упор. Шокси, пошли ближе будешь кидать хаешек. Еще один ног. Почти ног. Нокнул. Хард. ПП нет, подожди. Блять. Стим, дай тебе сразу. Зашел. Один на первом. Первом. Лучше давай. Нок один. На втором. Нокнул. Хорош. Беги, в голову дал ему. Бегите на второй. Подожди, стенками закрыто. Захильтесь. Это у него оружие заебало. Ну я ебал нахуй, надо было внутрь пойти.
Нок один. Я ему 100 снял, зараза, 100 снял. Добивает, нок. Нок. Хорош, один остался, он. Я усел нок. Из бара. Сейчас заберу. Где последний? Он на... Нет, но Карусель в итоге снимает четвертый. В итоге SL сейчас самые выгодные позиции. Они на хайграунде просто откидывают гранаты, добивают остатки, как говорится, и скорее всего будут победители. Да, это победа команды Starlight. Ну вот наконец-то мы дождались. Низая становится MVP. Все у нас, все пришло на свои места. К четвертой карте у нас уже и из OMG Engie был MVP, и теперь Низая становится. А что произошло? У тебя на первом тоже чё? Нет. Пошли на пол! Пошли на пол. Хорош. Целку поставил. За пригорок отходит. Вижу. Вы заберёте. Так, в сторону кока закройте. Фостикс, он бежит. Да не так по воку не болеть, бля. Обрывайся. Там много, бля. За туалетом. Ну, холодно. Подходи быстрее. Шалеть, хорош. Чё они ко мне приебались? Ты пингуешь. Закройся.